Привет всем! С вами канал Люби Гладилда Small House. Вот он, долгожданный момент. Как вы сами видите, цветы огромные. Скорее всего, так и есть Pink Surprise. Камера не передает. Здесь идет разница в перспективе. Рука ближе. Ну, где-то вот такое вот чудо. Все-таки это Pink Surprise. Посмотрим. Рюшечки уже видны, характерные для него. Завтра я, чтобы не перетруждать луковицу, все-таки в прошлом году она была подвержена пересадке. Цветонос я срежу после завтрашнего видео, чтобы показать его во всей красе. И пускай он зреет у меня дома в вазочке. А луковичка пусть восстанавливается после цветения. В конце концов, в теплице-то я нахожусь полчаса в день максимум. А дома сижу оставшиеся 23 часа с половинкой. Вот так. Так что завтра будет полноценное видео по цветению. Смотрите, какие у нее усики торчат. Посмотрим, что будет завтра. Удачного всем дня. Пока.